прокомментировать по звуку. В первую очередь, все ли в порядке, хорошо ли слышно? Отлично, здорово. Рад еще раз всех приветствовать. Сегодня у нас первый вебинар этим летом. Да, у нас наступило лето, но, как вы видите, за окном, к сожалению, пока его еще не видно. Оно было, но будем надеяться, что в ближайшее время оно вернется. И у нас самое лучшее время для того, чтобы поговорить о рынках и обсудить, что у нас было на прошлой неделе, что у нас будет ожидать на предстоящей неделе. Событий было достаточно много, были вопросы, поэтому сегодня у нас будет вебинар достаточно плотным, с большим количеством информации. И давайте начнем. Как всегда, перед началом представлюсь. Меня зовут Исаков Роман. Я являюсь региональным менеджером компании Admiral Markets. Отвечаю за регион России, Украины, страны СНГ. И, собственно, по всем вопросам, которые у вас возникают, в том числе могут возникать по работе с Admiral Markets, по партнерским отношениям, по открытиям счетов, вы также можете обращаться ко мне, и я вас свяжу с вашим персональным менеджером и обязательно поможем решить все вопросы, которые у вас появляются по взаимодействию с компанией Admiral Markets. Но, наверное, что более интересно, это мой опыт трейдинга. Мой опыт трейдинга составляет порядка 7 лет на текущий момент. Нужно перепроверить данные, вспомнить. Периодически нужно прибавлять год, да, ну как минимум раз в год. Вот нужно проверить, правильно ли я его уже начал прибавлять. Но, тем не менее, на вебинаре, который будет сегодня, вебинар носит название «Технический анализ Price Action», я делюсь с вами своими наработками, своим видением рынка и рассказываю то, как я это делаю сам, уже ориентируясь на свой опыт и накопленные знания. И также, как всегда, перед началом предупреждения о рисках, все то, что мы с вами будем разбирать на этом вебинаре, не может быть воспринято вами как прямая рекомендация к действию. То есть я с вами делюсь только своим мнением, и то, о чем я рассказываю, это мое субъективное мнение о финансовых рынках. И важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках, она сопряжена с рисками, и прежде чем переходить к торговле на реальном счету, нужно разобраться с этими рисками. Мы со своей стороны, команда Admiral Markets, старается помочь вам в этих вопросах и всегда готовы прийти на помощь. Итак, давайте начнем с того, что поговорим о том, что будет на текущей неделе. Давайте сделаем таким образом. Сейчас я запущу терминал. У нас будет несколько тем. Мы с вами поговорим о non-farm payrolls, которые вышли в прошлую пятницу. Мы поговорим о референдуме в Великобритании. Я отвечу на те вопросы, которые получил на почту. И, соответственно, посмотрим, какие перспективы, какие тенденции на текущий момент есть на рынке с точки зрения price action. Да? Сейчас также для всех, кто присоединился к нам впервые, коллеги, пожалуйста, если у нас есть те участники, кто впервые на этом вебинаре присутствует, поставьте, пожалуйста, цифру 1 в чат, чтобы я понимал, что у нас присутствуют также новые участники, и некоторые моменты я сообщу о нашем взаимодействии. Да, вот вижу Александр. Александр, для вас и для всех остальных участников, кто, вероятно, подключится чуть позже или будет смотреть этот вебинар уже в записи, я скажу то, что на данном вебинаре мы встречаемся раз в месяц, прошу прощения, раз в неделю, да, каждый понедельник в 19:30 по московскому времени, по Киеву, по Таллину, и рассматриваем вместе рынок, анализируем текущую ситуацию, смотрим, что было на прошлой неделе. Я также отвечаю на ваши вопросы, то есть, ну, фактически, и разбираем какие-то интересные темы, на которые имеет смысл обратить внимание. Также мы делаем разбор среднесрочной, да, ситуации, но я думаю, что все из нас прекрасно понимают, что рынок может поменяться очень быстро, и порой за один день ситуация может поменяться существенно. Поэтому для того, чтобы всегда оставлять актуальную информацию и обращать ваше внимание на нее, на нашем YouTube-канале, вот сейчас я прикладываю в чат также ссылку на наш YouTube-канал, вы всегда сможете найти актуальные записи, во-первых, вебинаров, во-вторых, ежедневный технический обзор, который добавляется утром, примерно до 11 часов.
А если вы подпишетесь, то у вас всегда будет обновление, когда данный обзор добавляется. И на нем я как раз акцентирую внимание на тех ситуациях, на которые стоит обратить внимание именно в этот торговый день. А также мой коллега Фредерик Даниэль, который отвечает за фундаментальный анализ, проводит вебинары по фундаментальному анализу, добавляет свои видеообзоры по фундаментальному анализу. Сегодняшний обзор уже на YouTube-канале, он находится, и там вы его всегда можете найти. Итак, отлично, с организационными моментами разобрались. Давайте перейдем сейчас в MetaTrader. Мне от вас потребуется подтверждение, что вы его видите. И, собственно, начнем с того, что поговорим о том, что будет в этот четверг. Да, спасибо за плюсики, уже все пошло. В этот четверг состоятся досрочные парламентские выборы в Великобритании. То есть, что это значит? Несколько месяцев назад, может быть, чуть меньше, да, все-таки месяц назад, в мае, насколько помню, Тереза Мэй решила провести повторные выборы, да, для того, чтобы, собственно, с моей точки зрения, уже выход Великобритании, да, из Евросоюза шел более активно. И, собственно, в этот четверг досрочные выборы и состоятся. Безусловно, пока большинство по предварительным данным голосов идут за Терезу Мэй, поэтому вряд ли что-то существенно будет, какая-то реакция на рынке, но тем не менее, уже были отправлены, в том числе от Admiral Markets, информация и размещена она на сайте, то есть для тех, у кого есть уже реальные счета, была отправлена информация о том, что в четверг будет изменение кредитного ключа до 1.200, для тех, кто, у кого, соответственно, демо-счета, эту информацию можно найти в разделе новости и с ней предварительно ознакомиться. С чем это связано? Это связано с тем, что в первую очередь в этот момент, в эту ситуацию на рынке могут быть довольно-таки активные движения. Давайте посмотрим, вот просто для примера, что у нас происходило ровно год назад, когда, собственно, поступала первая информация о выходе Великобритании из Евросоюза. На тот момент это было чуть меньше. Так вот, Леонид пишет, пропал звук. Коллеги, пожалуйста, если у вас тоже пропал, поставьте, пожалуйста, плюс. Точнее, если он у вас есть. Угу. Все нормально. Леонид, попробуйте, пожалуйста, обновить. Вот коллеги подсказывают, что все нормально, все слышно. Угу. Отлично. Возвращаемся. Пара британский фунт 26 июня, собственно, то движение, которое было на практически 1700-1800 пунктов за один день. Те, кто уже торговал, да, на финансовых рынках, это помнят. И, собственно, реакция по тому же евро. Давайте найдем тот же самый отрезок 26 июня. Да, вот это движение было, оно, безусловно, меньше. Порядка 500 пунктов, то есть примерно в 3-3,5 раза меньше, но тем не менее рынок на это также среагировал. Что будет в этот? Ну, на мой взгляд, никаких существенных движений, да, здесь уже быть, собственно, не должно, потому что, во-первых, тот негатив, который был, тенденция уже его могла отыграть, и, собственно, до октября этого года мы находились в снижении, доходили до локальных минимумов в области там 1.1799 по паре британский фунт, и, собственно, с того момента тенденция на восстановление у нас преобладает. С большей вероятностью тенденция сохранится в рамках текущей ситуации. Но что важно обратить в данном случае и что здесь будет в большем приоритете, да, для данного движения? Мы поговорим чуть позже по паре доллар, американский доллар и японская иена, да, проведем аналогию тоже с этим, но там мы уже будем говорить о истории, опять же, о тех данных, которые выходили в пятницу. Сейчас давайте посмотрим вот то актуальное и, ну, фактически совместим наш обзор с разбором пары британский фунт и с акцентом именно на
выборы, парламентские выборы в Великобритании. А здесь, на мой взгляд, да, существенную роль будут уже оказывать вот на такие события, как, в принципе, нон-фарм, как выборы. Здесь важно обращать внимание уже на уровни среднесрочные. И на текущий момент, например, тот уровень, который мы можем отметить по паре британский фунт, находится в области 1.2766. А на текущий момент у цены это порядка 150 пунктов. Да? Это, собственно, не так много для какого-то серьезного движения. И с большей вероятностью тенденция уже, которая имеет больше значение, да, на текущий момент мы видим, что это тенденция на укрепление, а вероятность сохранения ее будет, безусловно, гораздо выше. То есть на тот момент, когда, собственно, тренд шел нисходящий, он начался уже достаточно давно, то есть фактически за год, а то и если мы посмотрим, да, более крупный таймфрейм, вот 2014 год, мы фактически видим, что тенденция на ослабление, она также и преобладала. Сейчас коррекция уже, можно сказать, среднесрочно завершилась после того, как по паре британский фунт была преодолена отметка 1.27, собственно, что мы видели в апреле этого года. Поэтому вполне вероятно ожидать движение по паре британский фунт и американский доллар уже на укрепление. Но это не значит, да, что сейчас нужно покупать. Вообще, на мой взгляд, такие события лучше не торговать, да, по той простой причине, что их исход не всегда очевиден. Если у вас есть открытые примеры позиции, то по ним нужно пересмотреть ситуацию и установить, например, защитный ордер стоп-лосс по тем значениям, по которым вы сможете защитить максимально вашу позицию. Например, в данном случае среднесрочный уровень, он находится в области 1.2766. Если мы посмотрим уровни уже локальные, то есть, собственно, когда мы стали уже в рамках часового таймфрейма отмечать начало восходящей тенденции, это был у нас 30 мая, да, собственно, 30 мая мы обновили максимум 29 мая, а затем закрепиться ниже отметки 1.2771 мы так и не смогли, поэтому тенденция на текущий момент и в краткосрочной перспективе также остается на повышение, на укрепление британского фунта по отношению к американскому доллару. И на текущий момент, то есть раз мы начали с пары британский фунт, здесь важный уровень, на который стоит обратить внимание, в рамках краткосрочной перспективы находится в области 1.28. Уровень находится в области 1.2845, и если мы увидим в ближайшие несколько дней, то есть, собственно, до четверга преодоления данного значения, то тогда мы можем говорить уже о коррекции до референдума. Но, скорее всего, рынок будет в ожидании находиться до, собственно, четверга. Поэтому на текущий момент, если, опять же, мы резюмируем британский фунт с акцентом на те события, которые будут в четверг, во-первых, обратите внимание на это событие и будьте предельно осторожными. То есть, как я уже говорил и буду повторять на всех вебинарах, не нужно стараться поймать какое-то одно движение и получить от него максимум прибыли. Это будет гораздо эффективнее, если вы ваши, соответственно, сделки будете распределять по различным инструментам, по различным секторам и по различным торговым ситуациям. То есть, не нужно стараться заработать быстро много, собственно, это приводит не к тому результату, который хотелось бы. И в свою очередь, если вы все же торгуете на новостях, то есть есть большое количество трейдеров, кто это делает, я хочу обратить ваше внимание на настройки защиты от волатильности, которые, ссылку я сейчас также приложу в чат, которые позволяют минимизировать риск от различных рыночных ситуаций, то есть сократить вероятность проскальзывания или исключить ее. То есть данный алгоритм, он разработан для того, чтобы как раз улучшить стандартные настройки, которые есть в MetaTrader, и получить больше результат от работы по данным ситуациям. Коллеги, вот сейчас Игорь также сообщает, что нет звука. Пожалуйста, напишите, есть ли звук у вас. Есть звук? Так,
Отлично. Продолжаем. Также на нашем YouTube-канале вы сможете найти более подробное видео, как настроить защиту от волатильности. И я думаю, что прошлую среду вы также получали письмо от меня на вашу почту с разбором одной из функций. Итак, резюмируем пару британский фунт, американский доллар. В четверг будем готовы к тому, что пройдет референдум. И на текущий момент ситуация складывается пока в сторону британского фунта. Растем не так активно, как евро. А сейчас по нему тоже поговорим. Но, тем не менее, потенциал роста в области 1.30, он, безусловно, сохраняется. Следующая цель уже после преодоления данной отметки находится в области 1.34. Альтернативный сценарий здесь вступит в силу первый, да, краткосрочный, если пара уходит ниже отметки 1.2845. Следующий среднесрочный уровень, в котором мы находились на прошлой неделе, это отметка 1.2770. Напомню, что данный уровень, если мы смотрим также 4-часовой таймфрейм, был и уже в конце апреля пара его также преодолевала. Поэтому данный уровень будет значимый по данной ситуации именно. Переходим к следующей паре. В качестве альтернативы, да, вот пара евро-доллар. Что мы видим интересного по данной паре? По данной паре мы видим то, что последние несколько дней, ну и собственно, когда у нас вышли non-farm payrolls в прошлую пятницу, вышли они негативно для доллара, ну, собственно, на тенденцию на негативные данные по американскому доллару мы получаем не первый месяц, а собственно, тенденция получает подтверждение, поэтому все было в рамках той тенденция, которая была и отмечена ранее. То есть фактически тенденция среднесрочная на укрепление евро, она также сохранилась, и на текущий момент среднесрочный уровень по движению импульсному находится в области 1.11, это минимум, который был 30 мая, и на текущий момент вот мы его можем, например, скорректировать, переместить уже в данную область, так как локальный максимум на данной новости в пятницу уже был обновлен, и тенденция на укрепление также остается в приоритете. Но на что здесь стоит и важно обратить внимание, то есть пара подошла к важному уровню сопротивления, да, область 1.13. То есть после преодоления данной отметки у нас уже открываются дальнейшие цели на укрепление евро, то есть движение в области 1.15, 1.16. Но здесь вероятность коррекции, она как никогда высока. Поэтому вполне вероятно, что вблизи данного уровня мы сможем увидеть еще одну коррекцию в область, например, 1.08, 1.09, 1.010, 1.10. Пока довольно-таки сложно сказать, где она остановится, то есть мы это сможем увидеть только по факту, да, ее завершения. И уже с данных уровней покупка пары евро-американский доллар будет, на мой взгляд, более интересна, чем сейчас. Либо второй вариант, который мы можем рассматривать, это уже после преодоления отметки 1.13. Либо также мы не исключаем возможности присоединение по данной паре, да, но ближайший краткосрочный, например, стоп-лосс, который здесь находится, он отмечен в области 1.12, минимум, который был зафиксирован в пятницу. Вообще, в чем разница, да, присоединение в самом верху, да, или в самом низу? Вот давайте отметим, то есть, что я здесь имею в виду. То есть, фактически, присоединиться можно в любой ситуации, но здесь важно понимать, какое будет соотношение сил, то есть, имеет ли это смысл. Потому что наибольший интерес, к примеру, по последнему движению представляла как раз та ситуация, когда на дневном таймфрейме это было начало мая, да, 10-11 мая, и давайте перейдем уже на 4-часовой таймфрейм и посмотрим вот данную ситуацию. Как раз был пробит уровень, да, уровень в области 1.08, к нему мы подошли в виде коррекции, да, краткосрочной, и вот как раз в тот момент, когда коррекция заканчивалась, данная ситуация для присоединения на покупку была наиболее интересной. То есть, во-первых, рынок стоял в таком небольшом боковике, набирался сил для дальнейшего движения, опять же, уйти ниже локальных минимумов мы не смогли, это область 1.08, и, собственно, уже на часовом таймфрейме мы получили подтверждение на присоединение, и импульс на тот момент составил там порядка 370 пунктов. Вполне вероятно, что евро может пройти такое же движение и после обновления 1.13, но
На мой взгляд, это будет более интересно уже после преодоления уровня отметки 1.13, либо после, либо если мы увидим коррекцию, там в области 1.09-1.10. И сразу же давайте по, опять же, возвращаясь к ситуации с non-farm payrolls. Коллеги, вот, пожалуйста, поставьте минус, да, те, кто не разобрался до конца или есть вопросы по данному индикатору американской экономики non-farm payrolls, поставьте, пожалуйста, минус, да, если у вас нужно пояснить, что это такое. Если все понятно, да, то есть если вы знаете, что это за показатель, то поставьте плюсик, пожалуйста. Мы не так часто, то есть, собственно, этот показатель у нас выходит раз в месяц. Угу. Да, я вижу, что Николай, Владимир. Угу. Хорошо, вот данный показатель, вообще, что это такое? Non-farm payrolls. Расшифровывается это как количество вновь созданных рабочих мест вне сельского хозяйства. То есть фактически данный индикатор нам показывает, сколько рабочих мест было создано за предыдущий месяц во всех секторах экономики, кроме сельского хозяйства. То есть это относится именно к США, по странам США. По стране США, прошу прощения. Соответственно, чем больше рабочих мест создается, да, за предыдущий месяц, тем эти данные влияют, дают больше позитивный настрой для американского доллара. Вот для примера, давайте сделаем таким образом. Всем рекомендую, кто еще не использует MetaTrader 4 Supreme Edition, его установить на ваш MetaTrader от Admiral Markets, и в нем будет очень полезная функция, которая называется Admiral Календарь. Сейчас мы ее добавим и как раз посмотрим, какие данные выходили по non-farm payrolls. Для тех, кто уже знаком с данным показателем, я думаю, повторить это никогда не будет лишним. Запускаем, наносим на наш график индикатор, который называется Admiral Календарь, выбираем значения все high only, только самые значимые, да, такие как, к примеру, non-farm payrolls, и выбираем показывать прошлое и будущее. То есть так как нам нужно посмотреть прошлую информацию, мы отобразим все данные, которые были. И, собственно, вот сейчас у нас на графике появилась информация, то есть, во-первых, мы видим, переходим на 30-минутный таймфрейм, и мы видим большую темную свечу, которая у нас была в пятницу, и сейчас мы можем посмотреть, что же тогда происходило на рынке. В первую очередь, давайте обратим внимание на те индикаторы, которые у нас есть внизу графика, 4 красных кружка, если мы на них наводим, у нас появляется информация о том, какие данные, собственно, публиковались в этот промежуток времени, в этот час, да, 15.30 по московскому времени. И один из них как раз это non-farm payrolls. Вот давайте на его примере разберем, что у нас происходило. То есть, как я уже сказал, это количество вновь созданных рабочих мест вне сельского хозяйства. У нас есть несколько значений, которые мы, собственно, анализируем при разборе тех экономических индикаторов, которые публикуются. Во-первых, есть предыдущее значение, да, это 174 тысячи, то есть в прошлом месяце, то есть в апреле было создано 174 тысячи рабочих мест. Есть значение ожидаемое, да, то, что будет создано, то есть мы это фактически можем значение видеть в экономическом календаре, и это то, что ожидают рынки, да, то есть 185 тысяч. И уже фактически в 15.30, когда эти данные публикуются, мы видим то, что получаем по факту. Да? То есть 138 тысяч. И в данном случае мы понимаем, что 138 тысяч, во-первых, хуже ожиданий, да, то есть хуже, чем ждали, и тем более хуже, чем предыдущие значения. То есть, и, собственно, рынок реагирует снижением по американскому доллару. Но, как я уже говорил, все остается в рамках той текущей тенденции, которая была и предыдущие несколько недель и, собственно, несколько месяцев той нисходящей тенденции, которую мы отслеживаем по паре американский доллар и японский иен. То есть все осталось в рамках текущего тренда. А сейчас я данный индикатор пока уберу и вернемся уже к рассмотрению
ту ситуацию, которая у нас происходит по паре американский доллар и японская иена. Итак, что здесь, вот опять же, важно было отметить по текущей ситуации? Во-первых, к интересным, да, ситуациям, которые могут возникать на рынке. То, что мы отслеживали с начала мая, да, 10-11 мая, собственно, возобновление нисходящего тренда, нисходящего импульса по паре американский доллар и японская иена. И начало данного движения мы можем вернуться, когда мы стали его отслеживать, это примерно 12 мая. То есть, собственно, с того момента у нас началось движение нисходящее в рамках более крупного тренда по данному инструменту. Здесь важно отметить то, что долгосрочный уровень, по которому мы можем определить то, что тенденция поменялась, например, с нисходящей на восходящую, находится у нас в области 115.50. То есть это максимум, который был в марте 2017 года зафиксирован, в середине марта. Пока мы торгуемся ниже данного значения, тенденция на ослабление остается приоритетом для долгосрочной перспективы. Следующим этапом мы уже выбираем ту ситуацию, при которой тенденция с коррекцией, да, как это было в апреле месяце, начинает двигаться опять же в сторону основного тренда. И данная ситуация будет всегда наиболее интересна, чем работать, к примеру, контртрендом. Ну, собственно, то, что мы и видели в мае. То есть начали двигаться уже 12 мая, и на текущий момент данная тенденция также сохраняется. Та цель, которую мы отмечали для движения ближайшего, да, ближайшая цель находится в области 108.95, то есть фактически на расстоянии порядка 460 пунктов от той точки, которая уже была сигнальной, когда мы получили данный сигнал. А для тех, кто присутствует впервые на данном вебинаре, я отмечу то, что один ключевой сигнал, который мы отслеживали в данной ситуации, и тот сигнал, на который мы обращаем внимание, это то, как закрывается торговый день. То есть, когда мы видим, что примерно на часовом таймфрейме уже в одну из торговых сессий обновляется локальный минимум предыдущей торговой сессии. То есть это один из признаков того, что тенденция начинает меняться. Собственно, данный сигнал, данная ситуация и служит предпосылкой для открытия сделок, в данном случае для открытия сделки на продажу по паре американский доллар японская иена. Что здесь еще важно обратить внимание? Во-первых, цели. Да? Если мы выбираем цель, которая составляет порядка 470 пунктов движения, да, мы с вами в первую очередь должны понимать, что мы можем туда прийти не за один день. Фактически с 12 мая уже прошло чуть больше трех недель, да, по текущей ситуации, и пока она еще не реализована. И фактически в рамках среднесрочной перспективы тенденция у нас еще не поменялась. Все остается в рамках той ситуации, которую мы отмечали ранее. Но что важно? Важно то, если вы для себя выбираете уровень, который является долгосрочным, да, или среднесрочным, то и ваш, к примеру, защитный ордер стоп-лосс, он должен находиться, он должен ему соответствовать. То есть, если вы поставите take profit, к примеру, на 500 пунктов вниз, а стоп-лосс у вас будет находиться при точке входа, к примеру, там, в 10 или 15 пунктов от точки входа, то это будет не совсем правильно. Я думаю, вы это понимаете. И когда уже в конце мая началась коррекция по паре американский доллар и японская иена, в какой-то определенный момент сохранение уровня стоп-лосс было целесообразно только на отметке 1.13, только фактически после уже импульса, который мы видели в пятницу, который обновил минимум 31 мая, а мы получили возможность в рамках, я напомню, среднесрочной, да, перспективы по данному движению перенести стоп-лосс уже за уровень 111.74, то есть фактически на 200 пунктов ниже. Уже рассматривая, к примеру, ситуация, которую мы видели в рамках часового таймфрейма, вот та ситуация, которая была 23 мая, к примеру, здесь мы получали фактически косвенный сигнал уже от более меньшего таймфрейма, да, у часового таймфрейма, то, что сейчас тенденция идет на укрепление, и фактически там, несколько дней она действительно такой и была.
Здесь вот данная ситуация может послужить причиной закрытия, к примеру, части, да, вашего объема. Но если вы ставите для себя цель среднесрочную, то напомню еще раз, что данная ваша цель, она должна, точнее, стоп-лосс должен соответствовать вашей цели. И уже выход, к примеру, по данной ситуации, по тому уровню, который мы получили в рамках краткосрочной перспективы, он вас не приведет уже к более долгосрочной цели. То есть здесь уже необходимо комбинировать. То есть закрывать, например, часть позиции оставлять на дальнейшее движение. Но на текущий момент мы видим, что тенденция продолжает свое нисходящее движение. Собственно, следующая цель — это уйти ниже отметки 110.21. Ну а дальше уже цель — это область 108 по данной паре. Следующий вопрос. Я как раз хотел бы перейти к вопросам от наших участников. А сейчас я вернусь к нашей презентации, и мы разберем те вопросы, собственно, которые появились от одного из наших участников. Вопросы будут касаться двух валютных пар: новозеландский доллар к американскому доллару и австралийский доллар, да, к американскому доллару. Я приложил именно скриншот, то, как я его получил. Я напоминаю, что у вас, у каждого из участников есть данная возможность. Вы всегда можете прислать ваш вопрос о какой-то рыночной ситуации. Если вам что-то было непонятно, когда вы анализировали рынок, присылайте скриншот, делайте описание, мы обязательно разберем на наших следующих вебинарах, и я дам свои комментарии по данной ситуации. Собственно, здесь сейчас пара новозеландский доллар, американский доллар, две ситуации. На первом слайде, я думаю, что схематично в любом случае видна те уровни, да, которые отмечал тот участник, который прислал данный вопрос, дневной таймфрейм, да, и часовой таймфрейм. Собственно, здесь два вопроса. Первый, вот на 4-часовом таймфрейме есть ли сигнал на продажу, да, то есть правильно ли был найден сигнал на продажу. И следующий вопрос, уже 4-часовой таймфрейм, если появляется сигнал, зачитаю его, да, если цена не сможет пробить зеркальный уровень поддержки, оттолкнется от него, нужно, собственно, открывать сделку на покупку. То есть, что здесь, на что я хочу обратить внимание. Во-первых, одна валютная пара, да, одна валютная пара. И два вопроса, которые говорят о разной ситуации. То есть, один сигнал на продажу, другой сигнал на покупку. О чем это говорит? Это говорит о том, что важно всегда отслеживать согласованность таймфрейма. То есть у нас есть несколько таймфреймов, ну, точнее, не таймфреймов, а основных временных промежутков, которые мы будем смотреть. Это долгосрочная тенденция, среднесрочная и краткосрочная. И опять же, для разных таймфреймов они могут другие быть. Они могут быть разными. То есть это не обязательно всегда будет день, 4 часа и час. Для кого-то долгосрочный таймфрейм будет часовой, то есть кто-то рассматривает час, к примеру, 15 минут и 1 минута. То есть, но всегда важна согласованность различных таймфреймов. И чем старше таймфрейм мы рассматриваем, тем сигнал по нему будет, безусловно, в большем приоритете. Давайте сейчас найдем эту же ситуацию на графике и попробуем ее проанализировать, да, то есть что у нас появляется. То есть фактически здесь две ситуации, которые мы сможем посмотреть. То есть, во-первых, для дневного таймфрейма мы видим, что на текущий момент пара находится в нисходящем, да, движении. То есть, во-первых, был отмечен уровень вот красным цветом, к которому пара может подойти, но опять же, это не значит, что нужно начинать продавать именно в тот момент, когда цена к нему подошла. Нам нужно уже на более меньшем таймфрейме получить подтверждающий сигнал на продажу, то есть для того, чтобы войти. То есть не нужно просто входить от уровня, а нужно получить подтверждение, да, на этом уровне.
И, собственно, для уже 4-часового таймфрейма на текущий момент мы действительно видим, что тенденция идет на укрепление, но она идет для 4-часового таймфрейма. То есть основная тенденция остается пока еще на понижение, по крайней мере до тех пор, пока цена не преодолеет данную отметку. И здесь уже встает вопрос. Дождаться входа по старшему таймфрейму, то есть по дневному таймфрейму, или входить по 4-часовому таймфрейму, но, соответственно, контртрендово. Во-первых, если вы будете рассматривать ситуацию для входа контртрендово, то старайтесь уменьшать риски. К примеру, если вы используете стандартный риск 1%, да, от суммы вашего депозита, то при работе против тренда входите, к примеру, в два раза меньшим объемом, то есть 0,5% или 1/3 от вашего максимально допустимого риска. И давайте перейдем еще раз в MetaTrader и рассмотрим уже непосредственно графики пару, которую мы сейчас смотрели. Пара новозеландский доллар, американский доллар. Затем уже перейдем к австралийскому доллару. Угу. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если у вас появился терминал. И вы увидите. Угу, отлично. Итак, давайте посмотрим, что у нас происходит на текущий момент по данной паре. У нас, как правило, да, этот инструмент не включен в наши ежедневные обзоры, поэтому давайте дополнительно его посмотрим еще раз. Во-первых, те долгосрочные уровни, которые мы можем отметить по данной паре, сделаем их еще раз. То есть, напомню, для нас важны те уровни, с которых началась коррекция. Затем было импульсное движение, затем коррекция и, собственно, следующий импульс, который нам подтверждает тенденцию, направление данной тенденции. Следующий уровень, который у нас был и который мы можем отметить по данной паре, практически вблизи отметки 0.7402, но на текущий момент пока он был фактически преодолен также в мае, да, в мае этого года. То есть этот уровень у нас является последним для дневного таймфрейма. То есть все, что мы будем рассматривать уже дальше, является уровнями локальными. И, к примеру, если мы перейдем уже на 4-часовой таймфрейм и рассмотрим те уровни, которые можем найти в рамках текущей ситуации, да, в рамках 4-часового таймфрейма, то один из последних уровней, которые были, это область 0.6955, то есть тот максимум, который был 3 мая зафиксирован, и практически тот уровень, который был преодолен уже 22 мая. То есть этот уровень будет ключевым для, собственно, среднесрочного таймфрейма. И после его преодоления мы видим, что тенденция идет на укрепление. Также, если мы говорим о часовом таймфрейме, здесь ситуация, которую мы рассматривали, ну и на которую мы могли бы в первую очередь обратить внимание, это то, что 11 мая, во-первых, рынок открылся с гэпом. Почему здесь так произошло, нужно посмотреть уже по истории. Вероятно, какие-то макроэкономические данные влияли на данную ситуацию, но сейчас мы на этом акцентировать внимание не будем. И один из сигналов, который здесь мы могли получить, был 15 мая. То есть, собственно, 15 мая мы уходим выше максимумов 11 мая, максимум 12 мая. И, собственно, неделя начинается в росте. После этого даже в рамках часового таймфрейма практически не было коррекции. То есть 270 пунктов мы прошли в рост по укреплению новозеландского доллара по отношению к американскому доллару. Собственно, что мы можем отметить вот в текущей ситуации? На текущий момент тенденция на укрепление новозеландского доллара по отношению к американскому доллару подтверждается и на часовом таймфрейме, и на 4-часовом таймфрейме. В рамках тенденции более крупной,
мы можем увидеть все-таки увидеть снижение. Но когда это снижение произойдет, пока мы сказать не можем. До ближайшего уровня сопротивления у нас 200, порядка 200 пунктов. Собственно, какой из сигналов здесь может быть рассмотрен, да, для открытия, к примеру, сделок на продажу по данному инструменту в рамках текущей, да, ситуации? Во-первых, давайте сделаем, отметим уровень. Во-первых, до тех пор, пока пара торгуется ниже отметки 0.7347, среднесрочное снижение, уже начало тенденции, нисходящей по среднесрочным уровням, будет являться сигналом на присоединение на продажу. Пока давайте акцентируем внимание на том, что актуально, собственно, для последнего тренда, да, для среднесрочного. То есть, как был вопрос, к примеру, по покупкам, да, по данной ситуации, они также имеют место быть, но здесь данную ситуацию стоит рассматривать после коррекции. То есть, к примеру, давайте сделаем таким образом. Сейчас ближайший коррекционный уровень по данному инструменту находится в области 0.7058. Это, опять же, для часового таймфрейма, то есть для краткосрочного тренда. То есть, если пара уходит ниже данного уровня, закрепляется за ним, то мы можем говорить о том, что на часовом таймфрейме у нас началась тенденция нисходящая. Собственно, завершение вот данной нисходящей тенденции, но вблизи отметки 0.69, да, как пример для завершения коррекции, может послужить новой точкой для присоединения на покупку по уже данному активу, по данному инструменту. Давайте посмотрим для часового таймфрейма. Вот сделаем несколько таких отметок. Разметим наш график, да, смоделируем ситуацию по присоединению, например, по данной паре на покупку. То есть, какая ситуация для нас была бы интересной. Итак, к примеру, в ближайшие несколько дней мы видим уход ниже отметки 0.70, то есть того минимума, который был 1-2 июня по данной паре. И дальше цена начинает уже завершать, да, вот данное коррекционное движение. То есть, как это может происходить? Это может происходить, собственно, следующим образом. У нас формируется локальный максимум, да, за какой-то определенный день, и цена начинает уже не может так же активно двигаться по нисходящей тенденции. То есть, собственно, мы получаем разворотный сигнал в тот момент, когда коррекционное движение заканчивается, и цена вновь преодолевает уровень сопротивления. То есть, в данном случае мы получаем сигнал уже на покупку после коррекции. В данном случае эта ситуация будет, на мой взгляд, наиболее интересной. А в чем здесь основное объяснение, да, которое я могу вам рассказать, да, и с вами поделиться? Это тот уровень, за который мы поставим наш ограничитель убытков стоп-лосс. Потому что сейчас, да, тенденция на покупку, она также продолжается, да, в рамках краткосрочной и среднесрочной перспективы. Но если говорить о текущих, например, ситуациях на вход, то уровень стоп-лосс и разумная точка, за которую мы его можем поставить, находится в области 0.7056. То есть на текущий момент это порядка 92 пунктов от текущей цены. То есть вы для себя можете понять, насколько это большое или приемлемое соотношение для, к примеру, вашего депозита. Но, на мой взгляд, чем выше потенциал для движения, чем меньше стоп-лосс у нас мы можем себе найти, ту ситуацию, при которой стоп-лосс будет меньше, тем, собственно, ситуация и сделка будет гораздо интереснее. Поэтому вход после коррекции, он, во-первых, будет иметь хорошее соотношение риск-прибыль, то есть, например, тенденция ставит там порядка 100-110 пунктов. Безусловно, мы сейчас сделали это схематично, она может быть как больше, так и меньше. Я сейчас хочу рассказать именно сам механизм. И, собственно, стоп-лосс здесь также будет меньше. То есть, фактически, мы можем получить уже соотношение риск-прибыль порядка 1 к 3.
Ну и тем более следующее движение, уже которое будет интересно для, опять же, для покупок, и ближайшая цель, это область 0.7143. Для старшего таймфрейма пока мы не можем отметить вот следующую цель, что паре нужно преодолеть, потому что фактически следующие уровни, которые мы здесь видим, они были, ну, собственно, в начале года, то есть прошло уже порядка 4 месяцев, и уже уровни краткосрочные будут наиболее интересны по данной ситуации. Поэтому, опять же, резюмируя новозеландский доллар к американскому доллару, скажу то, что в рамках среднесрочной и краткосрочной перспективы мы растем, да, ближайшая цель это 0.7350, но пока мы остаемся ниже как раз вот данной отметки, в рамках долгосрочной перспективы мы находимся, собственно, в снижении, да, по данному активу. Здесь также важно обращать внимание на то, что на общую динамику, собственно, американского доллара, потому что по всем основным валютным парам все-таки мы видим ослабление американского доллара, поэтому здесь я бы не списывал как раз со счетов те тенденции и те ситуации, которые появляются именно на покупку по данному инструменту, то есть те ситуации, которые идут против, да, американского доллара, а за рост доллара новозеландского. Поэтому здесь та ситуация, которую мы разобрали, к примеру, на покупку, да, после коррекции, она также, на мой взгляд, будет наиболее интересной. Возвращаемся еще раз к нашей презентации. И следующий вопрос по доллару, собственно, австралийскому. Вопрос по двойному дну, да, и появился ли сигнал на покупку, таймфрейм 4-часовой. Собственно, вот я представил также, как был получен мной данный скриншот, чтобы вы видели. То есть я думаю, что у вас появляются точно так же вопросы, и вот тот способ взаимодействия, который между нами может быть в этом отношении, присылайте ваши вопросы, мы, собственно, также их будем разбирать на наших следующих вебинарах. А что здесь важно обратить внимание? Да, сигнал на покупку. Во-первых, двойное дно. Двойное дно – это тот сигнал, который появляется. Сейчас я попробую нарисовать. Надеюсь, что у меня здесь это получится. Да. Во-первых, если у нас появляется сигнал, а вот двойное дно, основным индикатором того, что он начинает отрабатываться, уже это выход именно за линию максимальных значений, которые были. То есть, когда цена уходит уже вот выше данного уровня, который я сейчас отметил, горизонтальной линии, тогда мы уже получаем подтверждение на следующий импульс. В рамках вот того скриншота, который был отправлен, мы еще не преодолели данную отметку. То есть фактически сейчас она может уйти, да, в коррекцию, тенденция на ослабление австралийского доллара продолжится. Вероятность того сценария, который отмечен вот на графике, будет более актуальна, тем более с целями в область движения там на 77 после как раз закрепления выше данного уровня. И вот как раз отсюда вход, например, на покупку, он будет уже более интересен. А теперь давайте перейдем в MetaTrader и посмотрим еще раз данную пару. И разберем уже на текущей ситуации. Угу. Как всегда, поставьте, пожалуйста, плюс, если у вас появился MetaTrader. Угу, отлично. Пара австралийский доллар, американский доллар. Собственно, что мы здесь видим по данной ситуации? Во-первых, тот уровень, от которого пара не может пройти уже довольно-таки большое количество времени, это область 0.7730 значение. И та тенденция, которая началась в апреле месяце, среднесрочно нисходящая после преодоления минимума в области 0.74. То есть на текущий момент тенденция в рамках дневного таймфрейма остается на снижение, по крайней мере до тех пор, пока пара
торгуется ниже отметки 0.7556, то есть минимум, который, максимум, который был у нас в начале мая зафиксирован. При переходе уже на более мелкий таймфрейм мы видим, что действительно некоторые предпосылки разворотной фигуры голова-плеч у нас здесь как раз появляются. Собственно, я напомню, что при отработке данной фигуры, да, если мы вернемся к классическим учебникам технического анализа, мы не так часто это делаем в рамках наших вебинаров, потому что мы, как правило, рассматриваем, да, текущую ситуацию, которая, наверное, не всегда похожа на те ситуации, которые можно найти в учебнике. Но, тем не менее, ближайшая цель отработки данной фигуры может составлять порядка 200 пунктов, то есть на величину вот первой собственно, волны, с которой мы данную фигуру отсчитываем. То есть потенциал роста порядка 200 пунктов в области 0.77, собственно, тех ценовых значений, которые австралийский доллар пока еще не может преодолеть. Ну и, собственно, американский доллар пока находится также в негативной зоне для себя, поэтому все идет на текущий момент за укрепление австралийского доллара, да, на текущий момент. Те ситуации, которые мы рассматривали ранее, фактически начало, да, вот данной восходящей тенденции коррекционной. Один из локальных уровней, который также будет иметь значение, но чуть меньше, чем максимум, собственно, 2 мая, это 0.7515, максимум, который был 23 мая. То есть, фактически сейчас мы видим предпосылки того, что тенденция по австралийскому доллару действительно может поменяться, но как был задан вопрос именно на скриншоте, покупать, да, то есть, к примеру, сейчас и ждать отработку, вот, к примеру, данной фигуры, пока мы еще не можем. То есть сказать, что эта фигура, да, что она начала отрабатываться, мы сможем только после отметки 75-55. Сейчас разбираем уже те сигналы, да, которые мы получаем в рамках краткосрочной тенденции на текущий момент по данному инструменту. Собственно, как я уже сказал, в рамках 4-часового таймфрейма сейчас пара также движется на укрепление. Да, тут я соглашусь. И в рамках уже таймфрейма часового один из уровней, который пара преодолела буквально сегодня, это отметка 0.7474. То есть, опять же, то ценовое значение, тот максимум, который был в конце мая, 31 мая, и который нам говорит о том, что если пара преодолеет данное значение, то дальше уже движемся в область, собственно, 75. Но где здесь, опять же, практическое применение? Потому что, ну, цель на 75, в текущий момент это 20 пунктов, а стоп-лосс за минимум, то есть текущая цена это 120 пунктов, то есть, ну, соотношение не совсем интересно. Но, собственно, уже в рамках, например, 4-часового таймфрейма, следующая коррекция, которая здесь может появиться, уже также может нам сигнализировать о присоединении на покупку в сторону, собственно, укрепления австралийского доллара по отношению к американскому доллару. Но пока все же чуть меньше риск здесь имеет смысл использовать уже после преодоления выше отметки 75-58, да, то есть закрепления за уровнем выше данной отметки, уже можно рассматривать ситуацию по входу со стандартным значением риска. Пока все же мы торгуемся ниже данной отметки, и вероятность движения на ослабление австралийского доллара, она все еще пока сохраняется, поэтому в качестве профилактического метода рассматривать уменьшение риска, то есть по данной ситуации, по данной позиции. Поэтому, резюмируя, австралийский доллар, американский доллар, в рамках краткосрочной, в рамках среднесрочной тенденции ситуация на укрепление остается пока в приоритете. По крайней мере, до тех пор, пока торгуемся выше минимума, который был, собственно, 2 июня и зафиксирован. Если у вас, коллеги, есть также вопросы вот по тем слайдам, которые мы разбирали, по тем ситуациям, которые сейчас только что осветили, пожалуйста, напишите, а я пока перейду уже к другим инструментам, которые мы пока еще не успели разобрать на сегодня.
Собственно, следующий на повестке у нас это американский доллар канадскому доллару. Напомню, что среднесрочно в рамках дневного таймфрейма мы находимся в нисходящем, да, снижение ушли ниже отметки 1.3588, да, в рамках среднесрочного снижения. И уже подходили к отметке 1.3540, да, среднесрочный уровень максимум 24 мая. Сейчас мы видим, что также в пятницу на тех движениях, которые были, мы обновили, да, этот максимум, но, собственно, модели пробития, да, и закрепления у нас не было. Поэтому на текущий момент в рамках, в том числе и среднесрочные и краткосрочные тенденции остаются также на снижение. Ну и, собственно, сегодня уже с открытия уходим ниже минимумов, которые были зафиксированы в пятницу. То есть пока тенденция также остается на снижение по данному инструменту с ближайшей целью движения в область уже 1.3388. Поэтому здесь мы получаем пока следующее соотношение. Если говорить о открытии сделки на продажу, то есть фактически мы можем рассматривать присоединение либо с помощью отложенных ордеров, да, устанавливать ту цену, по которой действительно интересно присоединиться. Здесь была интересна та цена, по крайней мере, один из способов, да, открытия сделки, которые мы могли рассматривать. После того, как получили сигнал пробития, да, то есть когда одна свеча и открывается, закрывается полностью за уровнем, мы могли устанавливать отложенный ордер, к примеру, sell limit, по значению под минимума предыдущего дня, который как раз и был пробит, то есть с ожиданием того, что цена к нему скорректируется по значению 1.3480. На текущий момент мы видим, что цена скорректировалась чуть выше, да, порядка 20 пунктов заходила за этот уровень, но для нас важным ключевым значением остается то, что цена остается ниже отметки 1.3547, то есть фактически пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция на снижение остается в приоритете, даже если цена подойдет в область 1.3529, да, и 1.3536, фактически это лишний сигнал для более интересного входа, потому что сделка рассматривается на продажу, а чем выше мы продаем, тем, собственно, нам эта сделка становится все более и более интересным. Ну и ближайшая цель движения это в область 1.33. Опять же, с точки зрения соотношения риск-прибыль, сейчас, если мы рассматриваем, например, вход, то стоп-лосс 80 пунктов, take profit тоже 80, то есть, ну, не столь интересно. Поэтому не все сделки, опять же, могут быть совершены. То есть нужно выбирать те сделки, которые, собственно, принесут больший результат, да, потенциальный, чем уже потенциальный итог. Среднесрочные цели по данной паре, которую мы можем рассмотреть, это уже движение в область 1.3226. И в данном случае соотношение риск-прибыль будет уже гораздо более интересным. То есть на текущий момент, опять же, если брать от текущих цен, то потенциал движения это порядка 240 пунктов, да, потенциальный стоп-лосс это порядка 80 пунктов. То есть уже соотношение 1 к 3. Я напомню, что в приложении от Admiral Markets MetaTrader 4 Supreme Edition есть встроенный калькулятор, который позволяет, собственно, рассчитать риск и выбрать ту позицию, которую интересно открыть, да, по данному движению. Но и уже в рамках текущей ситуации мы, собственно, сможем отслеживать, да, снижение по американскому доллару по отношению к доллару канадскому. Собственно, дальше золото. Золото у нас в понедельник, также в пятницу преодолевает максимум 31 мая, значение было 1274 доллара за тройскую унцию, что, собственно, подтверждает следующий импульс, да, на укрепление золота. Поэтому на текущий момент тенденция движения в область 1300-1330 по золоту также остается в приоритете. То есть, собственно, здесь ничего также не поменялось. И ближайший уровень разворотный по данному инструменту находится в области 1258 долларов за тройскую унцию, минимум, который был зафиксирован также в пятницу. Поэтому коррекция к данному
значению, также может послужить хорошей возможностью для присоединения по данному активу уже непосредственно после коррекции, так как покупать по самым максимальным значениям не самое интересное. Нефть марки Brent продолжает свое нисходящее движение, в пятницу мы обновили также локальный минимум, доходили до отметки 48.62. Сегодня пока еще этого не произошло. И вот сейчас как раз та ситуация, на которую важно обратить внимание с точки зрения того, кто же все-таки выйдет победителем в данной схватке, продавцы или покупатели. Вот сейчас по нефти я отмечаю локальный максимум, локальный минимум. К примеру, пятница. Да, вот мы видим, что с утра у нас сегодня день открылся повышением, то есть даже уходили выше данной отметки, данной области, и фактически у нас была одна свеча, которая является сигналом до разворота по данному активу. Но уже к концу торговой сессии мы видим, что тенденция снижается. И фактически, если мы уйдем ниже отметки 48.62, то есть обновим локальный минимум, то уже вероятность отмены данного сценария на как раз начало коррекционного движения на укрепление вступит в силу. То есть фактически мы получим подтверждение нисходящего движения по нефти. Но и в принципе закрытие ниже открытия все-таки во второй торговой сессии — это также один из сигналов, который не стоит пропускать. Поэтому вот та ситуация, которая сейчас происходит по нефти, пока сказать, что это именно будет разворот, да, продолжение, начнется движение восходящее, пока еще, на мой взгляд, рано, нужно здесь некоторое время подождать, но уже на следующих обзорах мы об этом более подробно поговорим касательно данного инструмента, данного актива. Ну и индекс доллара также в пятницу обновил локальный минимум, ушли ниже 96.79, минимум, который был 31 мая, и, собственно, тенденция на ослабление и данного инструмента идет не в пользу американского доллара. То есть пока по всем фронтам американский доллар у нас снижается. Некоторые пары, как мы уже посмотрели, находятся в таком переломной ситуации, но по многим уже тенденция на ослабление, как, к примеру, по паре американский доллар и японская иена, уже отслеживается довольно-таки давно, и довольно-таки давно мы по ней уже за ней уже следим. Да, я, коллеги, видел, были вопросы, сейчас также вернусь в чат. Были вопросы по золоту, золото мы посмотрели. Итак, коллеги, буквально в оставшиеся несколько минут, пока мы резюмируем то, пока я резюмирую то, о чем мы с вами поговорили в предыдущий час, если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, их напишите, мы обязательно их посмотрим и разберем. Вот я вижу, что от Татьяны вопрос по газу. Давайте посмотрим данный инструмент. Татьяна, как ваше мнение, да, по данной ситуации? То есть что вы ожидаете от данного актива? И, может быть, какой-то у вас вопрос именно появился по данному инструменту, пожалуйста, напишите нам. Я уверен, будет более удобно, да, вот обсудить уже ситуацию по этому инструменту и о нем поговорить. Да, Владимир, среднесрочной перспективой по еврофранку. Хорошо, пока, я думаю, Татьяна, если вы сможете написать вот несколько слов по вашему мнению по данному инструменту, я, с вашего позволения, приступлю как раз к разбору той ситуации, которая у нас сейчас происходит по газу. Собственно, если мы берем тенденцию с февраля прошлого года, то на текущий момент тенденция на укрепление по газу остается все же в приоритете, по крайней мере до тех пор, пока газ торгуется выше уровня 2.62.665. Но те ситуации, которые мы видим уже локально, в рамках, к примеру, 4-часового таймфрейма, нам говорят о том, что
Сейчас, да, вот в рамках среднесрочной, да, тенденции, газ как раз находится в снижении, собственно, после преодоления отметки 3.244. Ну, в рамках часового, да, то есть здесь понятно, что тенденция также согласуется со среднесрочным таймфреймом, поэтому если, опять же, резюмировать, что мы сейчас видим по данному инструменту, то фактически мы видим некоторые подобие боковика, то есть вот подходили к уровню 3.51, это максимум, который был, собственно, в начале этого года, был в октябре 2016 года, и сейчас по данному инструменту мы рассматриваем все же пока боковое движение, то есть вероятность продолжения роста по газу, она вполне вероятно, но здесь нужно уже смотреть, от каких уровней это произойдет. То есть пока мы торгуемся все же выше отметки 2.65, то основная тенденция остается на укрепление газа. Да, но сейчас опять же локально мы снижаемся, то есть находимся в среднесрочной коррекции. Так вот, выход из этой коррекции, да, в рамках среднесрочной перспективы, краткосрочной перспективы уже даст предпосылки на открытие сделки в сторону основного тренда, то есть на текущий момент в сторону роста. Угу. Да, вот Татьяна, было пробитие треугольника. А вот здесь, вот почему я прошу те вопросы, которые появляются, да, лучше присылать их заранее и с вашими скриншотами, потому что вот на самом деле, сколько раз, сколько возьми трейдеров, да, посади за разбор одного и того же инструмента, многие нарисуют голова плечи в разных местах, да, треугольник он также будет нарисован в разных местах. И вот здесь, если, да, вот есть вопрос по треугольнику, то я, опять же, со своей стороны могу отметить совершенно в другом месте, да, где вы отметили на своем графике. Поэтому вот такие вопросы лучше присылайте мне на почту до вебинара, и мы обязательно их разберем. Вот с моей точки зрения, на текущий момент здесь больше боковик, и все-таки сейчас мы находимся примерно в середине данного диапазона, где вероятность, ну, точнее, неопределенность, она имеет достаточно существенное значение. Поэтому в рамках, опять же, среднесрочной и краткосрочной, да, тенденции, то, что мы видим на 4-часовом таймфрейме, мы снижаемся. Ближайший уровень для отмены, к примеру, ситуации, которую мы рассматриваем продажи, это максимум в области 22 мая, 3.42 значение. Собственно, сейчас нужно следить, как будут закрываться в рамках часового таймфрейма, да, торговой сессии, потому что уход, к примеру, выше 3.14, то есть максимум, который был 1 июня, ну, фактически будет первой предпосылкой того, что тенденция может поменяться и в среднесрочной перспективе. Тогда уже рассматривать ситуацию, к примеру, на покупку, да, по данному инструменту. Но пока мы находимся, собственно, в снижении. Боковик, здесь треугольник, да, можно отметить его, собственно, вот так, и может получиться, да, довольно-таки интересно, да, то есть, собственно, мы находимся у уровня поддержки, но, на мой взгляд, это не имеет смысла по той простой причине, что этот уровень уже может не работать, то есть открывать позицию, да, на покупку, к примеру, вблизи этого уровня, опять же, без подтверждающего сигнала на более меньше, на меньшем таймфрейме, смысла никакого нет. Вероятность того, что от этого уровня пойдет уже дальнейший рост, он, безусловно, есть. И вот как раз то, что мы сейчас смотрели как сигнал, да, для начала покупок вблизи, опять же, этого уровня, он может быть, безусловно, рассмотрен. То есть, если цена уходит выше, здесь уже можно взять максимум, который был, собственно, в пятницу, то есть уже сегодня, ну,
В идеале нужно дождаться закрытия, конечно, торгового дня. То есть, ну, если ситуация существенно не поменяется относительно локальных минимумов и локальных максимумов, то уже отслеживать точку пробоя, вот именно максимум, который был в пятницу. И, собственно, если мы видим, что цена закрепляется выше данного уровня, то как раз это и может послужить началом сначала краткосрочного тренда, затем, который перейдет уже в тренд среднесрочный и опять же вблизи, то есть что уже важно, вот, где мы можем акцентировать внимание на этот уровень, вблизи уровня в области там 2.94, то есть когда этот уровень может быть значим. Но открывать сделки вблизи уровня, да, просто потому что цена к нему подошла, а смысла нет. Угу. Владимир, по евро... Еврофранк. Давайте посмотрим. Откроем данную пару. По еврофранку. Ну, здесь один из ключевых уровней, который на текущий момент я, по крайней мере, который могу отметить в рамках дневного таймфрейма, и тот уровень, который был пробит уже непосредственно в начале мая, в конце апреля, это область 1.08, то есть тот максимум, который был, собственно, 10 марта зафиксирован по паре. Сейчас в рамках среднесрочно до тенденции мы корректируемся как раз к уровню поддержки, вблизи данного, к этому уровню, да, к уровню поддержки. Если пара уходит ниже отметки примерно 1.07, да, то мы можем говорить уже о дальнейшем движении в область 1.0678, то есть тех значений, которые мы увидели в апреле. Вполне вероятно, что вблизи как раз данного уровня мы также получим сигнал на завершение вот данной коррекции, данного коррекционного движения с последующим продолжением роста уже евро по отношению к швейцарскому франку. Но здесь, на мой взгляд, вот по данной паре, ну, собственно, если вы смотрите швейцарский франк или евро-доллар, на мой взгляд, имеет смысл отдать предпочтение именно тем парам, в которых есть... в которых есть американский доллар, да, но если для вас эта пара интересна, да, то, собственно, по тому же часовому таймфрейму уровень краткосрочный, да, на ближайшие несколько дней, это область 1.0899, то есть если рассматривать покупки в сторону, опять же, основной тенденции по данной паре, то важно следить за уровнем, за максимумом, который был, собственно, зафиксирован в пятницу. И если пара уходит выше, закрепляется за данным значением, тогда мы получаем уже сигнал на присоединение по данному активу и, собственно, следующие цели уже движение в область 1.0977, то есть соотношение риск-прибыль также может быть довольно-таки интересным в зависимости от того, насколько будет глубокой, да, коррекция после пробития данного уровня, потому что это может быть либо 40 пунктов, да, либо цена сразу же уйдет и, собственно, без коррекции пойдет уже к следующим целям. Угу. Хорошо, коллеги, вот как раз для того, чтобы мы могли более подробно обсуждать данные ситуации, чтобы я мог акцентировать внимание непосредственно на ваши вопросы, которые у вас появляются, еще раз призываю всех присылать ваши вопросы мне на почту. Прикладываю ее еще раз, если у кого-то ее еще нет. Следующий вебинар у нас состоится также в понедельник, 19.30, поэтому ваши вопросы, которые у вас появляются в ходе разбора той или иной ситуации, присылайте мне на почту, мы их обязательно разберем на нашем следующем вебинаре. Я думаю, что на сегодня мы будем заканчивать наш вебинар. Всем спасибо за активное участие, да, спасибо за вопросы, которые были. Буду рад видеть всех на наших
следующих вебинарах. Напомню, что завтра состоится вебинар моего коллеги Фредерика Даниэля, который более подробно расскажет о текущей ситуации с позиции фундаментального анализа, а в четверг его вебинар, на котором будут затронуты перспективы уже непосредственно нефти. Да? То есть фактически целый вебинар Фредерик будет разбирать нефть. И тем из вас, кому интересен данный актив, всех на него приглашаю, сейчас также приложу ссылку на регистрацию на его вебинар, чтобы вы его не пропустили. Ну и, как всегда, желаю всем трейдинга системного, потому что если он будет системным, то и будет успешным. И уже увидимся на наших следующих обзорах. Всем спасибо и до свидания.